Шаймерден Уразалинов скончался на 77-м году жизни. Известный общественный и политический деятель возглавлял областной центр с 1987 по 1997 год. С почетным гражданином Караганды пришли проститься все те, кто знал его как друга, коллегу, наставника, руководителя и просто хорошего человека. Это был трудяга, но вместе с тем человек. Какие взвалились нагрузки именно в коммунальном хозяйстве, хотя бы взять. И тем не менее, когда мы даже где-то были на улице или ехали на объект ночью, подходили люди, он никогда не говорил: подождите, мне некогда, вы живите, что творится. Он всегда выслушает, терпение столько, сколько говорит человек. И обязательно этот вопрос решался. Я не знаю ни одного вопроса, который им бы не решался. Очень будет не хватать, конечно, такого человека. Это человек человечнее очень был. Сейчас другой тип руководителя. Прощание с бывшим акимом города состоялось в театре имени Станиславского. Соболезнования родным Шаймердена Уразалинова выразил глава региона Ерлан Кушанов. Он отметил, что больше всего в покойном его окружении ценило человеческие качества. Нас ознакомили с его биографией, но сухие факты не могут в полной мере передать то, каким человеком был Шаймерден Уразалинов. Он был очень трудолюбивым. Именно это качество он демонстрировал все 10 лет, когда руководил областным центром. Также хотелось бы отметить его честность. Он оставался человеком, несмотря на все высокие посты, которые занимал. Свой путь Шаймерден Уразалинов начинал с простого мастера карагандинского треста углеобогащения. Последние годы жизни покойный руководил Казахстанской электроэнергетической ассоциацией. Сказать добрые слова о бывшем акиме областного центра приехали многие уважаемые лица, в их числе вице-министр энергетики и депутаты парламента. Он был депутатом мажилиса парламента двух созывов. Свою работу выполнял с ответственностью и любовью. Мы приехали из Астаны, чтобы выразить соболезнования близким Шаймердена ага. Также хотелось бы донести слова председателя мажилиса парламента Нурлана Нигматуллина. Он не смог приехать в связи с поездкой за границу, но просил передать слова соболезнования. Все мы помним Шаймердена ага как народного акима. За годы труда Шаймерден Уразалинов награжден различными медалями и орденами. Несмотря на то, что он родился в Петропавловске, Шаймерден Абельмажинович учился и работал в шахтерской столице. Карагандинцы запомнят его как мудрого руководителя, внесшего огромный вклад в развитие города, угольной промышленности и энергетики страны.